Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Yarn Today. Или же Газуй или умри. Так, продолжаем с тобой проходить историю. Так, мы с тобой остановились в Красном каньоне. Быстренько идем в гараж, и тут ничего мы не видим. Бабла у нас нету. Поэтому вперед, вперед, как говорится, и с песней. Так, у нас буст есть? Есть. Маленький, да? Ну, его совсем чуть-чуть. Да что ты, ну ё-моё. Прекрасно. Куда ты за мной там бежишь? Ты посмотри. Какой настырный зомбарь, а. Фига он там. Блин, вот этот прикол, ребят. Ну, вы видели, да? Он бежал за мной. И даже прям в воздухе аж подпрыгнул там, бедолага. Так, ну что, мы немножечко всего лишь побили наш рекорд. Ничего страшного, давай мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Укрепим, так сказать, наш движок. Или не то, что укрепим, а просто его улучшим. Хорошо, excellent. Еще бы, блин, не excellent. Вот здесь, кстати, можно было бы, конечно, и немножечко... Да ё-моё, во-во. Вообще чутенько. Да, буст, конечно. Да опять он бежит, а это посмотри за ним. Гаденыш. Нифига, вот здесь вот круто мы, кстати, сейчас проехали. Вообще идеально. Мне понравилось. Так, бьем рекорд. Буст закончился, блин. Ух, amazing. Вот тебе и amazing. Слушай, ну уже прилично проехали. Все равно, ребята, не хватает. Вот чего-то не хватает нам. Вроде движок фулка, да? Горючка фулка. Колеса норма. Может быть, вот это нам не хватает. Зомби очень сильно нас задерживают. Именно в плане того, что когда в них врезаешься. Ого, ничего себе у нас тут пило. Когда в них врезаешься или когда их слишком много, ты ничего не можешь. Ух. Давай, 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 родной. Нет, все равно что-то нас задерживает. Пока не могу никак понять, что именно. Так, побьем мы свой рекордник. Уже, в принципе, побили. Ох, сейчас бабахнет. Так, и сразу же закончилась горючка. Блин. Ну чего нам нужно? Еще движок, что ли, улучшить? Ну хорошо, купим движок с тобой. Оптимальный. И остается только лишь прокачать оружие. Ну давай сейчас глянем. Нормально. Совсем неплохо, друзья. Нифига. Так, зомбарь сзади. Понятное дело, что он промахнулся. Так, что у нас? Закончились патроны, я понял. Да, в принципе, и ускорение сейчас закончится. Давай бочку правильно туда, на них. Когда они, друзья мои, цепляются за машину, мы с вами офигенно теряем скорость. Ты понимаешь, да? Ну не дурак ли, а? Прыганул. Да что же нам нужно? У нас все, ребята, вот все, что мы... хотели сделать на этой тачке, мы сделали. Это говорит только о другом, что нам пора приобретать вот эту красавицу. Ну а чтобы ее приобрести, соответственно, нам нужно... А что нам нужно? О, а на автобусе-то у нас не все прокачано, оказывается. Так, вы уж извините, ребят, но я все-таки прокачаю. Из принципа. Хочу, чтобы у меня все было прокачано. Какую бы тачку ни взял, да? Так, ну что, 12 тысяч нам нужно с тобой накопить. Я думаю, это не так много и не так страшно. Так что должны, в принципе, ребят, накопить. Вообще чётенько. Красава. Так, опять этот халабуда бежит за мной сзади. Воу, тут прям написали excellent. Типа превосходно.
Да. Насколько я помню, во второй части, когда ты взрывался на этих бочках, у тебя отлетала там броня, оружие, ну все что. Мы даже могли вообще ехать на поломичной машине, если честно. Просто на одном колесе. Здесь, по ходу дела, это отсутствует. Ну и хорошо, что отсутствует. Погнали, нам нужно еще с тобой сделать один заезд, чтобы приобрести ту самую машиночку. Фига себе, я на бусте пролетел. Вообще ништяк. Как же мне не хватает вот этого буста, а? Побольше хочу, ребята, побольше, ты понимаешь? Чтобы он у меня был бесконечный. Чтобы тут как птица... Ну, что это? Ну... Все, буст закончился, к сожалению. Ты посмотри, что они делают. Да, друзья мои, горючего не закончилось. Еле-еле я доехал до своей точки. Ну что, покупаем нашу малышку. 12 тысяч. Какая же она разбитая, а? В хлам причем. Единственное, что мне хватает, это прикупить немножко горючего и проверить ее. Ну, что-то в ней есть, друзья, что-то в ней есть. А если мы ее еще ее... Я понял, что она из себя представляет. Это усиленная версия того самого джипаря, который был до этого. По крайней мере, даже не у... Как сказать, не усиленным. Мы неплохо с тобой справляемся с этими зомби. Ну да. Очень даже неплохо. Так и хочется нажать на буст, но у меня его, к сожалению, нету. Ты посмотри, как мы проехали путь без единой прокачки. Нет, вру. Мы прокачали с тобой бензобак. И смотри, насколько нам хватило его. Мы практически доехали до нашего чекпоинта. Пси. А если мы с тобой улучшим машину, то это вообще будет по красоте, согласись. Дорого, конечно, здесь все это стоит, я смотрю. Очень дорого. Возьму-ка я, наверное, пилу. Поехали. Хотя, на самом деле, мне надо было не пилу брать, а... Нет, буст тоже пока не нужен. Скорее всего, надо было мне взять бензобак. Полностью купить. Так, ну, неплохо давим. Совсем неплохо. Колеса еще, да, нам нужно сцепление, чтобы было у нас получше. С землей. Дурило. Отлично. Ну давай. Смачно. Таран, конечно, хорош, вот этот против зомбарей, но все равно нас еще сдерживает. Опять мы с тобой остановились где-то возле нашего чекпоинта. Ух. Эх, я думал, хватит мне. Не хватило, ладно, ничего страшного. Зато теперь у нас горючки. Ух, хоть отбавляй. Сейчас посмотрим, сколько... Ну, должны проехать уже, наверное, чуть ли не до финиша. По большому-то счету. Ну, давай ты, господи. Если, друзья мои, вам нравится эта игра, вы можете посмотреть прохождение моей второй части этой игры. По-моему, если не ошибаюсь, это было года два назад или полтора года. Ну, там мы тоже нехило отрывались. Я тебе скажу, там вообще просто драйв. Но эта часть тоже на уровне. И как я тебе говорил, что там появились новые бонусы во второй части. Ух, тут нас задержали. Так что можно будет в эти бонусы поиграть. И там, кстати, очень всякие новые режимы. Там дрейфануть, раздавить там определенное количество зомби. В общем, есть чем заняться. Так, ну что, давай колесики, наверное, с тобой приобретем. Колесики приобрели и, наверное, вот докупим с тобой фул горючку. Посмотрим. Ну, вот сразу чувствуется элементарное улучшение нашей тачки. Оно прям вот чувствуется, ребят. Я вот еду и вижу, как она стала круче, например, прыгать. Как у нее круче идет сцепление с землей. Как она быстрее набирает скорость. И это большой плюс. Я бы сказал, даже огромный плюс.
И это мы еще с тобой едем без ускорения. То есть, понимаешь, да? Если мы с тобой сделаем еще и ускорение, буст, то мы тут сиганем отлично. Ну и, естественно, если бы у нас, конечно, был бы покруче прокачан наш таран. Потому что, как ни крути, все равно все-таки, видишь, оу, ты посмотри, я в первый раз вижу, ребята, чтобы вот так вот нас зомби просто задержали. Они просто мне не дали проехать. Да. Ну что ж, надо брать движок помощнее. Фига себе, пила стоит 12 тысяч. Пила стоит 12 тысяч. Это ровным счетом столько, сколько стоит у нас, блин, машина. Мы ее брали за 12 500. А тут пила стоит 12 тысяч. Вот так вот. Ну что, движок усилили. Опять же, ребята, чувствуется. Чувствуется в плане того, что мы быстрее с тобой набираем скорость. Да, намного быстрее. Некоторые препятствия просто разносят, даже не замечая их. А вот когда зомби попадает именно под колеса, это чувствуется очень сильно. Еле-еле мы проезжаем. Может быть, вот они опять, присосались. Кто-то успевает. Кстати, ты посмотри, как мы с тобой уже уехали, пока я тут рассусоливал. Давай. Может, доедем? Нет, не доехали. Чутка буквально не потянули, ребят. Ну, ничего страшного. Так, движок, значит, все-таки решает. Ну и коробка передач, я думаю, тоже немаловажно, да, нам? Так, 9500 это пулемет. А у нас всего лишь 5000. Наверное, надо будет докупить буст. Скорее всего. Если мы с тобой прикупим буста, то, наверное, как раз-то и пройдем. Зря я, конечно, так делаю. Зря очень. Вот опять же в скорости. Очень много потерял в скорости, ребят. Тут еще балансир нужен. Вот этот вот у нас вниз-вверх. Это, ребята, баланс. Чтобы тачка приземлялась либо на колесо, либо на колесо, либо я не знаю, на что она еще может приземлиться. Либо на брюхо. Да что ж ты будешь делать? Ну вот смотри, вот цепляется и все. И вот это, кстати, зря я так делаю. Поднимаю вперед, потому что препятствия нам еще хуже делают проезд. Блин, и вот горючка кончилась. Тупорылый зомби, а. Ну что, буст я хотел взять. Вот теперь-то мы посмотрим. Вот теперь-то мы посмотрим. Так, буст, естественно, лучше всего применять вот на таких трамплинах. Это нам дает офигенное преимущество. Ну, правда, он уже закончился у нас. Буст-то наш. Но, тем не менее, мы проехали с тобой какой-то промежуток расстояния, да? В принципе, на изи, налегке. Да, когда много зомбарей, конечно, тяжело. Тяжело ему прорываться среди них. Так, горючее практически кончилось. Я вряд ли смогу побить свою точку. И зомбарей становится все больше, больше и больше, как ты видишь. Хотя, блин, а тут такой подъем идет наверх. И кто, ты видел, кто там шел? Там зомбарь вышел. Офигенный, огромный. Давай я, наверное, возьму колеса. Вот такие вот. Траковые у нас получаются какие-то колеса. Думаю, это нам упростит задачу. Оу. Действительно, немножко упрощает. Но нам нужен буст оставить, знаешь, для чего? Для последнего подъема. Потому что ты видел там, какой он крутой.
И туда мы своими силами вряд ли заедем. Именно нужно через буст все это делать. Да отвалите вы. Блин, вдвоем прям прицепились. Excellent. Я приближаюсь к этой точке. Вот где-то здесь у нас должен быть подъем. Да ё-моё, я даже не доехал, потому что у нас закончилось горючее, к сожалению. Блин, что делать-то? Да пила, это понятно. Еще что ли докупить? Все, ребят, ускорение у нас по фулке. Вот теперь, я думаю, нам хватит. Хотелось бы мне в это верить. Ух. Давай, давай, давай. Ну, надо немножко сохранить. А для чего? Для вот самого последнего подъема. Ну, по ходу дела, у меня не получится, да, сохранить. Да ёк-макарёк. Вот когда у нас идет вот тут разбивание, буст, это ничего ровно что-то не решает. Да ладно, прошли, кажись. Йоу. Да, ребята, нам этого хватило за глаза. Почему он не юзается у нас, а? Что такое вот? Не знаю, почему-то не действует, и все, ребят. Так бы двойные монеты, конечно, было бы круто. Ну что, идем в гараж. 60 тысяч. 300 тысяч. Йо. Это что за цены такие страшные? Ну что, давай смотреть. 48 день, новая локация. Окей. Как ты понимаешь, новая трасса, новые деньги. Воу. Да хорош, я прям не могу проехать. Да иди ты в баню, ты посмотри. Ой-ой-ой. Слишком много зомби. Слишком, ребята, много зомби, понимаешь? Я вообще... Ну, вот по пути только проехал. Блин, а почему мне не дают... Не могу понять, почему мне не дают... Удвоение монет. В чем соль? Никак не могу врубиться. Хотелось бы, конечно, через удвоение, ребят. Ну, чтобы двойные монеты давали. Так, возьмем пилу. Вот эту вот. Посмотрим, насколько хорошо она мне будет помогать. Давай, 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 родной мой. Сзади бежит партизан Фрося. Блин, а как тут наверх-то подняться? Через вот эти все как-то мне нет резона проходить. Че, все, у меня буст уже закончился, зашибись. Но рекорд я свой побил. Ты глянь. Зомби военный какой-то был здесь. Так, 14 тысяч. Покупаем коробку передач последнюю. Так, и остается у нас с тобой только лишь приобрести пулемет. А уже потом... А уже потом мы с тобой приобретем, знаешь что? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, куда ты? Ух, как ты вниз-то упал, нехорошо, а? Водила, водила, что ж ты так... Вот и все, вот и кончился у меня весь буст. Да... Да...
Лопухнулись мы чутка, лопухнулись. Все, буст у меня закончился. Их закончилось горючее. Ну, немножко мы свой рекорд побили все-таки. Все-таки чуть-чуть побили. Ну что, теперь остается, как я и говорил, взять миниган и почти его по фулке прокачать. Ай, красота. Фига мы тут. Блин, вот все равно в эти ящики как залипаешь. Все, скорость, конечно же, тратится. Теряется. Почти получилось. О-о-о. Забраться наверх. Да что. Ну и все, ребят. Да. Так хреновенько я еще никогда не проезжал. Так, ну что, ребята, будем копить 60 тысяч на наш вот этот вот вездеход, я не знаю, там полицейский, рейджерский какой-то, я не знаю, катафалк. Как его еще называть-то? Блин, ну почему же ты наверх-то туда никак не можешь подзапрыгнуть? Все время через низ. Соответственно, мы здесь очень сильно теряем скорость. Прям колесами по ихним харям. И все, и буст кончился, и здесь вот начинается. Ну что это? Да вот хрен тебе. Блин. Ну ладно, 21 тысяча еще в копилочку к нам упала. Итого у нас 28 тысяч. А нам нужно сколько? 60. Вот. Но почему-то все равно, ребята, мы всю структуру эту сломали. Сколько же вас здесь, а, этих прыгунов? А военный зомби, когда ты в него врезаешься, он очень тебе сильно снижает скорость. Прям вот замедляет нас и все. Так, рекорд опять наш чуть-чуть побит. Совсем малость. Так, ну тем не менее, еще 20 тысяч в копилку. Итого, ребята, у нас 53 тысячи. Нам нужно еще 7 тысяч, и все будет у нас в ажуре. И все у нас будет тип-топ. Может быть, это вот надо на бусте пролетать, а? Да отвяньте вы от меня, а, ты посмотри. Опять целая армада. И они просто так не отстанут от тебя, пока либо ты не врежешься, либо пока не упадешь с большой высоты. Он так и будет сзади висеть. Гад ушастый. Так, ну я понял, что ускорение закончилось, и тут же горючка. Ну что, ребят, настало время покупки. Ух. Надеюсь, эта красотка нам поможет в нашем нелегком деле. Мои первые впечатления по сбиванию трупа мне айс. По сбиванию препятствий очень даже неплохо. Да, именно препятствия сбивает хорошо. Вот зомби почему-то как-то не очень хорошо сбивает. Ну они вязкие, ты понимаешь, да, зомби. Когда их много, там, представляешь, такая жижа образовывается, которую еще нужно преодолеть. А вот препятствия именно, коробки, ящики и тому подобное, сбивает очень даже неплохо. Я думаю, что ты это увидел, заметил. Мы с тобой на непрокачанном джипе проехали практически столько, сколько на прокачанном, на прокачанной той тачке, которая у нас до этого была. Так что я предлагаю прокачать горючку, после этого взять движок. Да. Или движок, или взять нам что там, какой-то таран, какой у нас там будет, я пока не знаю. Ну, в первую очередь всегда лучше прокачивать, мне кажется, все-таки горючее. Потому что чем дальше мы с тобой проезжаем, тем больше мы получаем награду. Именно в плане денег. Ты, причем смотри, мы едем быстро, и зомби бегут быстро. То есть они ускоряются до нашей скорости, да?
до скорости моего джипа. И вот они, то, что сзади висят, как же они замедляют мне скорость, ребят, если бы вы только знали. Очень сильно замедляют, это прям чувствуется, что как будто ты едешь по какой-то жиже. Блин. Так, ну что же сделать, давай горючку, нет, подожди. Нет, не горючку, я все-таки возьму двигатель. Я возьму двигатель и все, больше я ничего позволить себе не могу. Ну, слушай, вот чувствуется. Единственное, не хватает так вообще, что амортизаторов, чтобы он... чтобы он плавненько ехал. А, это же колеса, точно, наверное, нам надо колеса прикупить. Здесь он пробивает все изумительно. Я представляю, если мы еще с тобой поставим ему таран спереди, то он будет вообще, наверное, идеально пробивать все здесь. Включая и зомби. Так, вояку просто снесли в хлам. Этих мелких вообще сносим, даже на них не обращая внимания. Да что ж ты, блин. А, нет, не попало. А это сейчас... Все, горючка кончилась. Ну, уже лучше. Уже лучше, ребята. Так, что же взять? Давай возьмем. Мне кажется, это нам поможет. Классно, такие шипы. Вообще проехали через препятствия, даже их не заметили. Вот это я понимаю, вот это круто. Блин, ну мы чуть тяжелее, что ли, стали, я не пойму. Раньше проезжали спокойно, теперь... Почему-то мы с тобой... Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, сбиваем-сбиваем-сбиваем, родной. Круто, молодец, красавчик. Опять они почему-то именно вот здесь меня настигают. Ну, я тебе скажу, очень даже неплохо этот таран нам помогает. Еще вот... Или колеса, или буст. Что-то вот такое нам нужно приобретать. Наверное, все-таки буст. Или колеса, блин. Но что-то нужно. Так, ага. Почти, почти, ребята, доехали. Так, а что у нас колеса стоит? Ага. Берем. Так, 18 тысяч еще осталось. Докупим с тобой горючее. Поехали. Так, колеса у нас второго уровня. Ну, я уже вообще, ребят... О, видел? Проехали спокойно, без всяких этих. Не проваливались даже. Ты видишь, да? Нос нам забрасывает, и поэтому лучше нажимать вниз, чтобы мы именно пробивали шипами. Твою налево, опять эти присосались там, а, сзади. И вот они, чем дольше висят, тем медленнее моя машина едет. И это очень сильно убивает. Так, отлично. Побьем, интересно. Горючка кончается. Горючка кончается. Почти на самом том же месте остановились. Хотя мы с тобой докупили горючее. Ну что, коробка передач или ускорение? Давай, наверное, ускорение возьмем. Оу, от 6 тысяч начинается, ребят, ценник. С какого перепуга ты, блин, провалился-то? Давай, ломай, 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 ломай эти все перегородки. Блин, все равно прицепился. А ты посмотри. Я специально бустовал, и он все равно догнал и прицепился. Гаденыш мелкий. Шпарим, 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 шпарим. Не даем возможности этим упырям ко мне прицепиться. Опять горючка почти кончилась. Но мы прошли свою точку. Ух. Интересно, хватит нам... Чуть-чуть, ребята, не хватило. Совсем капелюшечку. И тогда бы мы с тобой были на финишной бы. Так, ну что, тогда я возьму, наверное, коробку передач.
Не понял. Вот. Коробку передач взяли. А что еще мы можем себе позволить? Вот так вот. Поехали. Я думаю, теперь будет еще лучше. То есть скорость, естественно, у нас будет с собой быстрее переключаться. Но вот это вот нафига надо было делать? Ух. Мы даже могли с собой наверх, видимо, попасть. Нет уж, ребята. Отцепитесь от моей тачки. Хотят уже там схватиться за нее. Так, где-то вояка здесь должен быть, по-моему, да? Которого надо сносить. Полетел. Птичка. Так, перелеты, перелеты свои делают. Эх. Трындец. Ну, почти, ребят, почти доехали. Тут, я больше уверен, на этот каньончик перепрыгнули бы, и там уже было бы все тип-топ. Да, дорого, конечно, стоит, тут не поспоришь. А сколько следующая тачка стоит? 300 тысяч, друзья мои. 300, черт подери, тысяч. Не 30, а 300. Может быть, не надо было мне ускоряться на этих досочках? Просто разнесли. Так, тихо. Опять эти бегут тут ко мне. Буст очень быстро заканчивается. Вот буквально чуть-чуть нажимаешь, и все, ребят. Да отвалите вы от меня, а. Тут вообще улетел куда-то в небытие, так скажем. А вот то, что он прицепился, это плохо. Ну, твою налево. Ну почти уже, ну вот, ребят, ну вот. Вот он, финиш уже должен был виден. Но нифига. Нифигашечки. Не знаю, спасут ли меня эти колеса. Но надо пробовать. Да что ж ты будешь делать-то, а? Иногда ускорение идет нам во вред почему-то. Ну тут вообще замедлились, блин. Все почти переломали, все доски. Вояку снесли просто, как будто его и даже и не было тут. Давай, 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 давай. Отлично. Угу. Бустимся. Все, выжимай, ребята, все. Есть. Ну что же, мы доехали до какой-то, я не знаю, что это такое. Какая-то старая разрушенная школа, что ли. Forgotten Hills. Окей, Forgotten Hills. Так, 66 тысяч у нас есть. Берем. Ух ты, нифига себе, тесаки. То есть это типа как... Воу. Блин, пейзаж прикольный. В горах где-то. Слушай, а мне нравятся эти тесаки. Так хорошечно кромсают. Оу, да-да-да-да-да, конечно же. Я забыл же про кирпичи, что... Постепенно-постепенно будут у нас преграды все сильнее, мощнее, твердее. Упс. Ох, ёк-макарёк. Но проехали прилично, я тебе скажу. А если я еще сделаю вот так вот? Да вот так.
С этим движком мы должны творить чудеса, ребята. А если бы у нас еще был пулемет? Фига себе, я просто... Просто... Тихо, не надо. Просто перелетел. А, я вот тут вот... Не получилось. Это же надо было перелететь все и врезаться вот в стенку эту. Давай, 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 родной мой, едем. Бьем рекорд. Есть. Рекорд наш побит. Ну, не намного. Не намного. Тем не менее, 77 тысяч мы получили. Я думаю, что возьмем, наверное, коробку. Полностью докупим, да? И вот здесь вот. Чего нам не хватает, так это только пулемета. Ну, пулемет стоит 50 кусков, ты понимаешь? 50 тысяч. Наверное, все-таки придется брать. Замечательно. Отвалите, зомбари несчастные. Ух, нормально. Чётенько все у нас. Ну, естественно, когда преграды бьем, нам лучше, ребят, на ускорение. Потому что, ну, так хотя бы разгоняемся, не настолько сильно теряем скорости. Так, что, все? Горючка закончилась, и это 101 тысяча, ребята. 101 тысяча, я считаю, на ровном месте. Поэтому покупаем. Окей. Ну что? Ух, какая у нас красавица машинка. Блин, нет, ну вот это вот не надо делать. Это уже какое-то вредительство просто-напросто. Все, считай, ребята, все поймал на себя, а. И все равно врезаешься в эту стену. Жестко, конечно. Так, тихо. По-моему, у меня сейчас горючее быстрее закончится. Не надо, чтобы вот так нас закидывал, да, ребят? Не доехал практически, ребят. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть нам. Можно даже сказать, тютелька в тютельку. Так, у нас тут все с тобой прокачано. Значит, купим 300 тысяч. Потому что, ну, другого варианта у нас нету. Сам должен понимать. Машина не вытягивает. Даже на фул прокачке. Савич начинает тут, я еще фигней всякой страдать. Amazing. Так, это пробили. Это тоже пробили. Мне даже уже иногда кажется, что деревянные вот эти вот помостки хуже, чем кирпичи. Давай, 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 давай. Ну, чуть-чуть, да? Или почти там же остановились. 215 тысяч. Нам нужно еще с тобой одну заездочку на том месте, чтобы взять автобус. Но ты не забывай, что автобус у нас не прокачанный будет. Ну, посмотрим за то, сколько непрокачанный автобус будет брать расстояние у нас. Так. Замечательно. Прицепился, да, все-таки гаденыш этот мелкий. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, нормально. Все, буст у меня закончился. Твою налево. Соточка. Ну что, ребята, берем. Окей. Ну что, проверочка. Как раз автобус для Forgotten Hill. Че он так по этим досочкам так легко проехался, как будто
Как будто этот автобус нисколько не весит. Ой-ой-ой, как ему тяжело ехать через вот эти кочки все. А зомби-то нас догоняет, ребят. Догоняет и повисает. Зато эти кирпичи ему вообще по барабану. Excellent. Я даже боюсь представить, что он будет делать на прокачанном варианте, ребят, этот автобус. Ух. Все в смятку, все в смятку. Смотри, мы не прокачаны. Проехал практически до того места, где мы с тобой на прокачанной тачке той доезжали. Сам видишь, да? Так что делаем выводы, что автобус это будет что-то с чем-то. Это будет топчик. Фу. Горючку, наверное, взять. Все, ребята. Ну что, друзья, давайте мы на этом сегодня закончим эту серию. Ну, обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.